Ребята, всем здорово! Эксперименты продолжаются, и сегодня у нас по ссылке от подписчиков целых 3 коробочка. Многие спрашивают: Игорь, почему так редко выходят посылки от подписчиков? Потому что их собирают. То есть, если приезжает одна посылочка, ее откладываю, вторая, третья. Ну что, сегодня 3 посылки, я думаю, что будем начинать. Ребята, хочу вам порекомендовать сервис printclick.ru. Это лучшие визитки в Рунете, которые уже заказали более 100 тысяч человек. Удобный онлайн-конструктор визиток, макеты сохраняются в личном кабинете для повторного заказа, быстрая доставка курьером по всей России. Выбирая из 10 тысяч готовых шаблонов визиток, сделай заказ со скидкой 10% и бесплатной доставкой по акции от моего канала. Заказ визиток онлайн – это выгодно, удобно и быстро. Заказывай со скидкой 10% по ссылке в описании. Итак, с какой бы посылки начать, я даже не знаю, потому что все интересные, все свеженькие. Сегодня 2 посылки забрал, и одна посылка, которая ждет своей распаковки, ну, наверное, недельку уже лежит. Давайте с нее и начнем. Приехала она, как я понимаю, из России. Город Ессентуки, от Колесников А.В. Ну что, открываем? Целый килограмм 740 грамм. Поехали! Опа! Посылочка быстро сдалась. Первым, что у нас вылетело, вот такое вот письмо. Сейчас мы его прочитаем, поймем, от кого же именно эта посылка и зачем, самое главное. Китай рулит. Игорь, привет, мы семья Колесниковы из города Ессентуки. Целая семья пишет. Ставропольского или Ставропольского края, не знаю, как правильно будет. Давно уже смотрим твой канал всей семьей. Спасибо тебе за твою рубрику «Посылки от подписчиков». Кстати, новость, не знаю, говорить или нет, но как только на канале будет 1 000 000 подписчиков, эта рубрика перейдет на второй канал, чтобы там смотрели уже все, кому... Все, кто хочет, потому что многие хотят, на основном не хотят. Вот так вот разделим, и будет классно. Всех, чтобы вот всем было хорошо. Так, желаем тебе дальнейшего развития и 1 000 000 подписчиков. Спасибо. У нас не так давно есть тоже свой канал. Там мы снимаем жизнь нашей большой семьи. У нас 5 детей. 5 детей. То есть очень весело. Тематика очень разная. Думаем, что многим, может, и тебе будет интересно. Если не трудно, оставь ссылочку на наш канал. Спасибо тебе большое. Отправляем тебе, Ангелине, лайку, немного вкусностей и подделку. Надеемся, что тебе понравится. Огромное спасибо. Всегда приятно, когда смотрят целые семьи. И что-то в этом есть, что-то в этом есть. А на ссылочку, конечно, я ставлю на ребят. 5 детей, понимаете? Я представляю, что это за канал. Я думаю, там будет интересно. Ссылка будет в описании, подписывайтесь. И что? Ну и что, и что? Ну что? Вот так все здесь выглядит. Вот так, не знаю, вторая камера берет, не берет. Я решил ее по-другому немножко поставить, потому что сверху уже неинтересно. Разгружаем все, разгружаем все. Так, первое, что я вижу, здесь всякие вот такие вот шоколадки, печеньки, печенье, сэндвич, тимми. То есть будем пробовать, если оно годное, конечно же, попробую. Дальше вот такое вот печенье приехало. Поехали дальше. Что у нас здесь еще есть? Это у нас, ребята, зубочистки. Зубочистки 280 штук из бамбука. Ну, зубочисток еще вроде никак никто не отправлял, но это очень нужная вещь, которая всегда заканчивается. Спасибо огромное. Так, дальше у нас вот такие вот конфеты здесь идут. Короче, посылка большая семьи. Огромное вам спасибо, что прислали. У вас 5 детей, вы столько мне шоколадок наприсылали. Здесь конфеты какие-то. Потом у нас вот такой вот... О, какой красивый магнит. Ребята, я готов вам его показать. Сейчас мы его откроем. Вот такой вот магнит. Ессентуки, фонтан. Очень красивый. Смотрите, как выглядит. Прям вообще. По поводу магнитов все спрашивали много вопросов. Часто я читаю в комментариях: Игорь, где магниты? Покажи магниты. Почти все магниты остались в Донецке. Там был целый холодильник, морозильная камера от и до просто завешена. Чтобы вы понимали, от и до. Огромная морозильная камера. Когда-то, если там все наладится, я, конечно же, все это покажу, это все сохранится. И будет такое воспоминание, как же было там раньше. Как же было раньше, как канал развивался. Вот. Дальше, так, это что такое? Это клипса какая-то, специальная клипса для сумки, бэк-клипс. Я так понял, если вам что-то нужно насыпать, если сумка или пакет не закрывается, есть вот такая клипса, страна происхождения Турция. Вот так это все прикрепляется, прикольная штука. Ангелине передам, она разберется, я думаю, найдет применение. Так, здесь у нас Ролтон.
арахис, какао. Так, поехали дальше. Еще роллтон. Это у нас для лайка педигри с говядиной пакетик. Попкорн, вот такой вот карамель. Я немножко к видео ускоряюсь. Огромное спасибо за все, просто все. Воронцовские сухарики, белые грибы. Потому что еще у нас две посылочки. И ролик будет длинный. Дальше у нас еще вот такие какие-то скрепки, заклепочки. Тоже такие закрывалки для пакетов. Так, есть у нас шоколадочка кремлевский. Немножко она уже подуставшая. Солнце, жара. Ребята, аккуратнее отправляйте, потому что многие пропадают. Многое пропадает. И самое последнее. Видеорегистратор. Я думаю, что это просто коробка. Здесь, скорее всего, поделка какая-то, как написали. Так, сейчас мы откроем. Ух ты! Здесь, ребята, вот такая вот красота. Китай рулит от Колесниковых. Вот такая вот красота. Это просто можно поставить. Вот так вот, я думаю, видно, да? Можно и повесить, в принципе, можно найти применение. Вот такая красота сделала огромная семья. Спасибо вам большое, ссылочка на них будет в описании. А мы будем открывать следующую посылку. Так, в руках у меня следующая посылка. Она приехала из города Тула. Тула, наверное. Написано, что здесь мыло. Прислал от Подгорного Ивана Евгеньевича. Ну, давайте распакуем, посмотрим, что здесь. Эту посылку я забрал, если я не ошибаюсь, сегодня, поэтому она свежая-свежая. И сейчас мы ее откроем. Пахнет, кстати, мылом. Я ее как-то неправильно открыл. Сейчас еще дорежу немножко вот здесь, и будет правильно. Так, есть вот такая вот посылка. Пока ничего не понятно. Сверху лежит у нас письмо. Письмо маленькое. Самое маленькое письмо, которое присылали. Смотрите, вот вообще несколько строчек. Здравствуй, Игорь. Меня зовут Ваня. Мне 7 лет. Но пока посылка доехала, Ваньке уже 8 лет, наверное. Привет, Ванька. И я год назад подписался, как пахнет мылом. Прям ух. Так, назад подписался на твой канал, мне нравятся посылки из Китая и рубрика «Посылки от подписчиков», поэтому я отправил тебе посылку без канала, настоящий подписчик, который просто отправил мыло. Ну, чтобы, я надеюсь, я не... Ну, вы поняли. О, сколько здесь всего. Есть вот такой вот канат, это для лайка. Я обязательно ему передам, он его хорошенько потрепает. Спасибо. Это еще какие-то печенье в белом шоколаде. Печенье в белом шоколаде для собак. Впервые вижу, тоже передам. Что-то слюнки побежали, не на то. Не на то, на печенье от собак. Шоколад молочный тоже. Какой-то шоколад для собак. Офигеть просто. И вот такое вот разное мыло. Очень круто пахнет. Здесь обезьяна. Я так понимаю, что она немножко... Как же пахнет. Вот такие вот куски мыла. Офигенно просто, слушайте, очень-очень круто. Еще когда только ящичек этот открывал, уже это все пахло. Здесь разное мыло. Здесь и кошки, и собаки, и косточки вот такие вот от собак. Круто, спасибо большое. Еще для собаки шоколад. И еще пару кусочков мыла. Круто, когда есть такие у меня подписчики. Пуш! Вот такие вот, вот такие кнопки из мыла. Прикольные формочки, я так понимаю. И здесь еще вот такое вот мыло в виде розочки. Блин, ну все просто офигенно пахнет. Так, здесь все. Все, огромное спасибо моему подписчику Ваньке, которому 7 лет. Передаю тебе огромный привет. Распаковываем третью посылку. Итак, третья посылка приехала из города Запорожье. Прислал Петров Максим. Давайте ее откроем. Итак, все готовы, посылочку открываем, и здесь... здесь много всего, вам, скорее всего, не видно, поэтому я вам покажу вот так вот. Вот такая вот здесь посылка. Предлагаю ее открыть, что мы уже и сделали, да? Странная сегодня распаковка. Привет, Игорян, привет! Пишет, привет тебе из города Запорожья, города казаков славных, я твой давний верный подписчик. Спасибо. Надеюсь, к тому времени, как ты прочтешь это письмо, на твоем канале уже будет наконец-то 1 миллион подписчиков, чему мы всего с нетерпением ждем. Осталось, ребята, буквально 8 или 7 тысяч. Уже прям отслеживаю, потихоньку-потихоньку идет, скоро-скоро миллион. Отправляю тебе твои любимые печенья в клеточку, Артек и еще немножко
ништяков. Да, мое любимое печенье и вафли — это Артек. Я не знаю, кто это сделал. Заказали меня, наверное, с этими вафлями. Но у меня, знаете, какая возникла мысль? Не попасть ли на завод вот этот вот, где производят вафли Артек? Поэтому, если меня смотрит директор фабрики Артек, напиши мне в ВК. За такую шутку поставьте лайк. У меня есть свой канал на YouTube, называется Sweet Hit, где я каждые 4 дня публикую нарезку смешных приколов, нелепых падений и просто смешных ситуаций. Поэтому, кто хочет посмеяться от души, заходите, буду рад. Игорь, если не затруднит, оставь ссылочку в описании. Будет, конечно же, огромное спасибо. Sweet Hit, вот такая вот картиночка. Сейчас посмотрим, что нам прислал этот канал. Посылка из Запорожья. Ну, как всегда, как и было сказано, это вафли Артек. Это вафли Артек, вот такие вот. Дальше еще вафли Артек. Дальше еще вафли Артек. Эх, бублики ванильные. Вот такая целая пачка, что-то из них вылетает. Так, ну здесь где-то полкилограммчика-то присутствует, бубликов ванильных. Дальше вот такая вот соломка. Соломка столичная. Вот она, вот такая вот пачка огромная. Дальше еще вот вафли Артек. И еще вот такие вот печеньки. Это хлебные палочки. Честно, первый раз вижу. Оказывается, такое существует. Как всегда, в распаковках что-то я нахожу того, чего раньше не видел. На этом все. Чтобы вы понимали, у меня просто здесь пол стола, в камеру это не влезает. Вот так вот просто куча всего сегодня от вас. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ждем вместе с вами миллиона. Участвуйте в конкурсе. По ссылке в описании. Всем удачи и огромное спасибо, что вы со мной. Мы возьмем этот миллион, а дальше я вам покажу еще что-то новое. Есть, конечно, планы и идеи. Поэтому идем к миллиону и продолжаем развиваться. Всем пока!